Ну что, первая моя работа. Подработка США, помощь, можно так сказать. Штат. Приехали. Будем делать плитку. Посмотрим, попробуем, как это оно будет. Ну вот. Так вот будем ложить. Все это дело. Мы приехали по ланч, пообедать в кантри кафе, совместно забегаловка. Окей, спасибо. Говорят, здесь еще вкусно. Сейчас попробуем местные бургеры. В общем, мы сейчас решили сделать еще один небольшой душик. Клеится вот такая вот такой специальный материал, он водонепроницаемый, не боится ни холода, ни жары. Керди называется. Керди. Также клеится на ту же самую смесь, что и плитка кладется. Мы намазали ее и сейчас просто приклеиваем. То есть прям на гипсокартон все идет. Ничего не надо вырезать, специальных плит никаких не надо вставлять. Без никаких скрузов, чисто наклей. Это не душ для человека, это душ для собаки. Вот так вот отдельно у них здесь лаундри получается и душ для собаки. Вон, собака не обидится, что мы залезли в ее душ пока. Мы же ей делаем. Да. Так. Стараемся для собачки. Она проверит, придет потом. Еще наметили две стенки. Среднюю стенку от середины. Вот ее вот так вот. В шахматном порядке. Нарезали. И... клеим. Что там? Чуть заменьше надо ее. Там меньше надо? Чуть-чуть, да. Заворачивается. Все-таки с другой стороны поменьше, да? В итоге получился вот такой вот душ из мраморной плитки. Вот так. Такая ванная.